Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру, которая называется Сландерина X. Ну и, в общем-то говоря, сегодня я надеюсь, то, что мы нормальненько продвинемся, а даже, возможно, пройдем игру, потому что мне написали в комментариях о том, что если я найду Special Key, то все уже будет намного проще и понятнее. Ну и давайте же это проверим и узнаем. Ну и, конечно же, найдем Special Key. Потому что Special Key это очень важно. Так, ребят, у меня снова игра лагает. Это очень плохо. Это только усложняет геймплей. Так. Ну разбивай давай. Уже этот замок. Так. Я когда... О, ни хрена как лагает. Офигенно. В общем, я когда пересматривал свое видео, я... Все-таки понял, где в основном находится та дверь, которую нужно открывать с Special Key. Ну, сейчас мы, кстати, направимся именно туда. В общем, это очень короткий путь. Самый короткий в мире, наверное. Так, паучара-сучара уже там. Оу, щит. Так, ребят, убегаем. Сейчас я вам покажу, где находится эта дверь. Так. Так, закрывай. Закрывай, закрывай. Это очень важно. Нельзя, чтобы нас спалили. Так. Так, так, так. Так, вроде как она. Да, это она. Так, ну давайте теперь осматривать комнаты на этом этаже. Мне сейчас ключик не помешает. Хотя их тут, блин, куча, наверное. Потому что постоянно я натыкался именно на них. Но ни на какие... вещи, которые как-то комбинируются с головоломкой. Во. Что-то я немного начинаю оговариваться из-за этих лагов. Потому что это немного бесит. Ну, не заказывал я эти лаги, серьезно, ребят. Так, мы нашли первый ключик, это уже хорошо. Ой, господи, здорово, Сландерина. Я уже про нее совсем забыл, то есть... Настроился на поиски. Так, это я куда иду? Так, ну погнали. А, не, я туда не пойду, ну нахрен. Я еще здесь ничего не посмотрел. А уже куда-то иду. Так, ну, давайте я... Ну, в общем, я предлагаю пойти в ту комнату, которая находится рядом, так скажем, с лестницей. Который... Блин. Я сейчас боюсь просто то, что Драко на меня нападет, и я снова буду убегать. Так, ключ использован. Так, тут еще одна дверь. Заходим. А, и еще эта дверь закрыта. Ну, ни хрена себе. Не, ну если сразу двумя ключами надо, то явно за этой дверью что-то особенное лежит. А возможно там... А возможно там как раз-таки Special Key. Твою мать, Дракула! Здорово. Вот тебя я вообще прям очень рад видеть. Так. Во, у меня есть идея. Тихо, 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 ребят. Вы, по-моему, совсем уж офигели, серьезно. Так, я знаю, что мне сейчас делать. Смотрите, как сейчас все будет. Ай, блин! Дракула, как ты это делаешь? Вы же знаете, что я сейчас хочу сделать, да? Что я сейчас хочу сделать? Так. Ну чё, сучара, иди сюда. Я уже готов, блин. Я тебя заждался прям. Только пришел, уже заждался, блин. Ну чё, Дракула, засал, да? Вытащил меч так сразу все. Ну, Дракула, ты где? Ну ты где, Дракула? Нормально же общались, блин. Убежать решил. Вот дает, блин. Так, сейчас мы возвращаемся в то место. Я абсолютно запомнил, где оно находится. Хотя я из-за Дракулы чуть не забыл. И чуть не заблудился, блин. Так. Один ключ использован. Точнее, ключ использован, блин. Все время... Special Key, да ладно. И тут еще бабка, короче, в клетке.
ты не ты, когда голодна, бабка, короче. О, кстати, мне писали то, что она якобы выходит из клетки, но я почему-то сейчас подумал то, что она выйдет и начнет меня мудохать, а я ее буду рубить своим мечом, а она меня своими базуками фигачить. Так, хорошо. Ну и, блин, Сундрина еще так беспалевно, блин. А, да, точно, Спейшл Кей, Спейшл Кей. Так. Так, я уже приготовился, потому что на нас, скорее всего, сейчас кто-то нападет. Так, мы открыли двери. Что у нас тут? Так, тут бумажка. Букшелф. Ребят, вам не кажется то, что рядом со мной стоит эта тварь? Я ее ладонь увидел и так сразу, блин, подофигел немного. Так. Букшелф. Это у нас в переводе означает книжная полка, да. Я уже понял, куда мне идти. Так. Так, немного не туда. Так, ну все окей. Все ясно, все окей. Так, ну здесь вроде. А, ну это явно не здесь. Здорово, драко. На тебе нафиг. Ты как меня ударил? Ни хрена себе, блин. Так, значит, сейчас пойдем наверх. Тут почему до сих пор те звуки на меня что по... Сейчас будет звук паучка. Пауки где-то рядом. Так, смотрите. Блин, тут еще это... Бляха-муха, я был прав. Ой, не-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 не. Прекратите, что за замес, блин, начался? Такой заклятому врагу, блин, не пожелаешь. Так, о, ни хрена себе, как удачно зашел, смотрите. Я взял ломик, блин, короче. Так. О, смотрите, какая прикольная анимация. Так, ну, все-таки действительно продвигаемся. И что теперь? Прям на постели записка. Подвал. Ну окей, погнали в подвал, блин. Я уже столько всего сделал. Так, оставим дверь на всякий случай, чтобы я знал то, что я здесь был, блин. Да. Я понял, куда мне идти. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, я надеюсь, то, что на меня сейчас никто не нападет, потому что проблем мне лишних не надо. А мы уже достаточно хорошо продвинулись. Ну, Сландрина, ты еще можешь появиться и потрясти меня немного. Так, я правильно иду. Хорошо. Ну, в принципе, я уже немножечко так на 80% изучил эту карту, то есть... Типа... Паук, блин. А вот с вами я хреново пока сражаюсь. Хотя, я думаю, что это уже нормально. Да кто опять? И где опять? Где вы, паучары-сучары? Откуда вы вообще беретесь? Так, хорошо. Спускаемся вниз. И что меня тут ждать должно? О, смотрите, еще одна записка. Так, пиано Ачаев. Пиано это и так понятно, что это, а вот Ачаев пока непонятно. Такс. Ну, пианино, пианино. Ой-ой-ой-ой. А на меня что, два раза? На меня два раза, что ли, напало? Так. О, кстати, ребят, мне, по-моему, еще писали то, что тут должны быть как бы подсказки. Вот сейчас что-то про это совсем забыл, типа, метка должна быть, то, что там-то находится пианино. Ну, или еще что-то. Так, ну, погнали вот сюда, тут вроде как серый пол, да, это он. Да, вот, все-таки не врали. Все-таки действительно тут подсказки есть. Такс, 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 такс.
Бежим в ту сторону. Хотя я не думаю то, что вот эта дверь закрыта. Что-то найти надо. Нужно ручку найти. Она как-то еще по-другому называется. А, рукоятка вроде. Если я не ошибаюсь. Вот пианино. Ачьев. Твою мать, Суэндрина. Прекрати. Ачаев. Все понял. Так, подождите. Нет. Я понял, что это. Ацаев. Во. Кстати, ребят, это мне напомнило мелодию из Свендерина за целую первую часть. Если я ничего не путаю. Так, ребята, что у нас там? А, я с самого начала не хотел туда идти и до сих пор не пойду. Ну, в общем, мы скоммуниздили рукоятку. И, судя по всему, ее нужно использовать вот здесь. Да. Вот и открылась дверь. И что у нас здесь? Что у нас здесь? Так, смотрите, что у нас тут. Да твою мать! Я знаю, что здесь Лундрина, но мне нужно еще что-нибудь тут. А что это такое-то? Головоломка, типа пазл или что? Что делать-то? О! Ты нашел ключ от сундука. Так, ну смотри, тут еще что-то есть. Дверь не открывается. Так, это что? Ну понятно, нужно сюда что-то подставить, но... Но что? Камень какой-то большой или что? Ну пока ничего не понятно, в общем. Сейчас мы направляемся наверх, и там должно что-то лежать. То, что мне поможет продвинуться. Так. Я уже приготовился. Потому что сейчас, скорее всего, налетит Дракул со своими приспешниками-пауками. Блин, Суэндрина, прекрати меня так трясти, блин. Чуть не вырвало, наверное, меня. О, смотрите, это наковальня. А ты взял тяжелый кусок железа, что? Может, это у меня с английским все плохо, и вовсе heavy piece iron это переводится на ковальня? Так, ну правильно, идем. Все пока хорошо, все отлично, все нормально. Так. Так. Сейчас явно что-то будет. Так, сейчас мы поставим наковальню, и что же за этой дверью будет? Так, поставили. Заходим. Так, тут книжка. Так, скажи-ка мне, пожалуйста, как ты взял одновременно меч и книгу? Жди Суэндрину. Смотри в глаза и, короче, у тебя... Ой, бабка, здорово. Так. Воу. Да тихо, алё. Бабки, вы чё-то... Бабки... Ой, здорово, Суэндрина. А, я понял, что это. Мы, короче, пытаемся заточить Суэндрину, типа. Я уже начинаю чуть-чуть замечать. Так, давайте. О, смотрите, появилась эмблема на книге. И эти бабки, они вылазят еще отсюда. Ой, то есть повсюду, блин, вылазят. Господи. Так, все, хватит, бабульки. Я вам сейчас все... Хватит, я вам сейчас все зубы повыбиваю. Я, конечно, не стоматолог, но я хорошо их выбиваю, наверное.
Так, где там мой меч? Они меня уже достали, блин, серьезно. Да харе. Ой. Тихо, тихо, тихо. Она меня сейчас сольет. Я уже столько всего сделал. Тихо, 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 тихо. Тихо. Да харе, бабули. Чего вы так пасть-то раскрыли? Я вам не стоматолог. Вы на прием пришли или сожрать меня хотите? Блин, ну почему я не могу двинуться, а? Ой! Little more. Осталось еще немного. Так. Так, 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 так. Мы уже почти ее заточили. Как карандаш, блин. Так. О, все. Мы сделали это, ребят. Отлично, ребят. Офигенно. Такс. Так, мы взяли... Короче, ключ еще какой-то. Так, начало землетрясение, короче. Землетрясение. Так, беги к выходной двери. Так, хорошо, бежим. Бежим, бежим, бежим. Так. Ой, блин. Бежим, бежим, бежим. Блин, эта бабка, она просто уже в край эволюционировала, честное слово. Так, куда бежать-то? Ой, драко, здорово! Харе мне плюхи раздавать. Ой, все, 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 все. Тихо, ребят, вы чё? Убегаем, блин, к чертям собачьим, блин. Так. А ну куда бежать-то? Алло. Ой, точно не туда, я понял. Я понял, я понял. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Поаккуратнее, блин. Так, выход. Да, мы прошли, короче, игру наконец-то. Неужели? Ну чё, прощай, Сландрина. Блин, чё такая грустная музыка еще играет? Ну хотя, в принципе, она наоборот в тему, потому что это же все-таки последняя часть Сландрины, и это финальная сцена, так скажем, такая сцена. Ну, в общем-то говоря, ребят, мы наконец-таки прошли финальную часть. Ну и вообще все. Все части Сландрины. Есть еще некоторые Сландрины, которых нету на канале, но я их уже всех давно прошел. Это Сландрина 2D и самая первая часть Сландрины. То есть, ну, их хоть сколько просите, у меня их на канале не будет. Вот просто не будет. Ну ладно, давайте на такой ноте, немножечко грустной ноте закончим. В общем, ссылка на игру будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока!